там вот красное здание, то, что осталось от синагоги, Кёнигсбергский, это какой-то приют, который был при синагоге. Вот. А синагога находилась вот как раз в том месте, где вот этот купол церкви Шапито. В общем-то, они достаточно похожи, но, конечно, это не очень хорошо, что на месте религиозного заведения или на месте кладбища у нас появляются какие-то увеселительные, значит, заведения. Вот, это так называемая рыбная деревня. Вот, дома такие стилизованные под древнегерманский или старогерманский или под голландский стиль. Вот она еще там находится, как бы продолжение. И там еще дальше будет строиться, соответственно, там уже началось определенное строительство. Ну вот этот вот дом долго строился, видимо, он уже достроился, но еще не очень активно, наверное, заселяется. Видите, а там вот гонщики ждут чего-то. Ну, судя по всему, они направлены, чтобы плыть не сюда, пока еще туда. Посмотрим. Вот, кстати, этот мост разводной. Тут еще остались механизмы. Был разводным, точнее. Но эти механизмы, я думаю, не работают уже со времен войны. Зато мост перила моста очень густо облеплен замками. В основном это замки, как я понимаю, новобрачных и, может быть, даже просто влюбленных. Вот, очень много тут замков, очень таких интересных, симпатичных, даже необычных. Вот такой здесь вид с набережной острова, на которой находится кафедральный собор. Сейчас мы его посмотрим. Вот, сейчас уже. Вот он. Тут такая, знаешь, скульптура, которая сначала написана с того торца античность, эпоха Возрождения и новая эпоха Возрождения. И перечислены наиболее выдающиеся, скажем так, скульпторы. Ну, такие, допустим, как Роден, Микеланджело, Леонардо да Винчи, вот и так далее. Тут вот эти портреты изображены. Здесь тут женщина, мужчина такие. Достаточно своеобразного такого вида. Мужчина, как Владимир, как у нас лошади, владимирской породы, такой грузовой, тяжеловесный. Вот. Девушка тоже такая же, примерно. Очень-очень тяжеловесная. Вот. Вот она здесь. Такая вот.